Сейчас будет звуковая медитация, я буду, это как будет, будет звуковое путешествие в прямом эфире. Ну, вроде бы, как пока нам все это позволяет, я буду играть на шруте, петь обертонным пением, там, интуитивным. И вы можете лечь, да, ну, только чтобы звук слышать. Вы можете сесть, закрыть глаза, расслабиться и просто следовать за звуком. Где-то примерно 15 минут это будет такая вот расслабляющая практика. Вы можете поставить в этой медитации себе какую-то цель, ну, почувствовать, например, желание какое-нибудь или разрешить вопрос, проблему, да, то есть цель — это про будущее, проблема — это про прошлое, что резонирует, или просто расслабиться, да, то есть просто послушать звуки и позволить этим звукам куда-то вести ваше сознание, да, ваше внимание, можете просто слушать, вы можете смотреть на меня, да, с открытыми глазами в экран или с закрытыми глазами. Когда просто мы закрываем глаза, мы глубже уходим во внутренний мир, и там вот путешествие происходит. Такое маленькое звуковое путешествие с шрути обертонным пением. Вот. Я надену наушники, чтобы я слышал, что я транслирую вам, да, здесь вот для меня это важно. Так лучше связь со звуком образуется. Вот. И сейчас можете там пару минут буквально там подготовиться, если хотите, если у вас есть возможность где-то лечь, вы можете лечь. Вот. И сейчас будем начинать. Так, слышу ли я себя в наушниках? Да, слышу хорошо. А, конечно... Простите. Идеально, конечно, слушать себя, слушать звуковое путешествие не там с динамика телефона, конечно, там, или даже с динамика ноутбука, ну, чтобы колоночки какие-то хотя бы были, или наушники. Но более просто объемный звук будет. Более, больше диапазон частотный захватывать. Итак, сидя или лежа, расслабляемся. Можно прикрыть глаза. Можно представить, что вы находитесь в каком-то прекрасном месте, которое вам нравится, которое вы любите, которое дает вам ресурс, дает вам энергию. Вы можете прям вдыхать запахи этого места, вспоминая, какие там есть запахи. Окидывать взглядом окрестности. Если вы знаете это место, вы будете видеть знакомые вам объекты. Может быть, это какой-то уголок природы или что-то еще. И сейчас просто позвольте себе как бы слиться с ним, раствориться в нем. Чтобы отпустились все возможные какие-то напряжения в теле. Чтобы потоки жизни струились через вас, наполняя вас тем, что нужно, забирая то, что не нужно, свободно. Hey.
Shinkama
Why?
Чамахангарете. Чангарате. Чангамате. To come in Sri Dhamma.